Прекрасное здание. Это здание администрации губернатора и правительства. Дом, в котором я живу. Ленина 80, Ленина 82. Почему? Ну, потому что там дом под шпилем, Ленина 78. Святая Троица, как говорили раньше. Сбербанк, который на Красноармейском, он тоже симпатичный, как комплекс. Ну, и, может быть, еще три башни на речном вокзале. Мне, в принципе, нравится архитектура внизу социалистического после Чкалова, где там есть дома такие бело-красные, каменные, ну, жилые, вот, они, в принципе, симпатичные. Который старый город на Пушкина у нас, а новый, ну, я не очень их люблю. Вот, да и все, ну, да, тут старые дома, которые, университеты у нас красивые. Самое выдающееся архитектурное строение находится вот позади вас, это Алтайский технический университет.